можем пока отложить наш двигатель и перейти к сбору рамы и кузова. Для сборки кузова нам понадобится деталь номер 39. Это вторая доска. Достаем ее. Здесь же блок с детальками. Мы его извлекаем. И дальше нам понадобятся детали номер 44, 45. 43 и 42. Все они в одном блоке, и мы его достаем. Зачищаем отверстие, куда будет устанавливаться шестеренка, и смазываем воском плоскость. Достаем детальку 44 из блока, 43 это шестеренка, и 45 это шайбочка. Шайбу зачищаем. И смазываем. Зачищаем и смазываем шестеренку. И деталь номер 44 продеваем сквозь шестеренку и шайбу и устанавливаем в деталь номер 39. Переворачиваем с обратной стороны, фиксируем деталью номер 42. Ее тоже нужно смазать, если нужно, зачистить. Одеваем и фиксируем зубочисткой обрезанный по длине номер 2. После того, как мы поставили все детальки на место, мы должны проверить, чтобы все легко вращалось. Ну, довольно легко. Дальше нам понадобится деталь номер 40. Достаем ее из второй доски. Ее нужно хорошенько смазать со всех сторон. И зубцы, и плоскость. А место, где эта деталь будет ходить, можем тоже немножко зачистить для плавности хода. Устанавливаем детальку, как это нарисовано в инструкции, чтобы у нас совпали отверстия. Эти отверстия мы зафиксируем детальками номер 41. Они тоже находятся на второй доске. Вот блок с ними. Мы их
достаем. Можно немножко смазать шип и устанавливаем. Обратите внимание, у нас эта деталь выступами будет удерживать деталь номер 40. Шип довольно плотно вставляется, поэтому рекомендую смазать, но это нужно для того, чтобы деталь хорошо держалась. После того, как мы установили, все должно легко вращаться, и у нас это получилось. Дальше устанавливаем детальку номер 46. Вот она. Для этого нам нужно перевернуть дно корпуса. Взять половину зубочистки и продеть ее снизу. Можем себе чем-то помочь. Одеваем сверху детальку 46 и подрезаем зубочистку. Дальше устанавливаем двигатель. Обратите внимание, вот это отверстие. Вот это отверстие предназначено для установки этой детальки. Двигатель устанавливаем в отверстие и сначала отверстие, шип с выступами устанавливаем, совмещаем с деталькой номер 46. Ее нужно немножечко прижать, чтобы она влезла. Вот с этой стороны. И немножко подвигаем наш мотор, чтобы здесь все совпало. Таким образом, двигатель установлен. Наша 17-я шестереночка уже на месте. И дальше мы одеваем шайбы номер 15. Они находятся на первой доске. Вот блок с ними. Нам понадобится 5 шайбочек. Одну мы уже поставили. С помощью хелпера их можно легко достать. Они маленькие, и нужно это сделать аккуратно. Смазываем шип, на который они будут одеваться, и понемножку одеваем. Если деталька скололась, возьмем запасную. Запасные детали у нас находятся на последней доске в блоке ADD плюс, вот они, и одну мы достаем.
И по одной одеваем. Детальку тоже можно заменить. Все 5 деталек на месте. Можно зачистить заусенцы. И нам понадобится деталь номер 8. Она у нас осталась на первой доске. Вот она. Она симметричная. И мы должны поставить ее вот сюда. Я рекомендую ее тоже зачистить с внутренней стороны. И смазать. А с внешней стороны нужно будет затереть сверху и смазать. Далее устанавливаем ее в отверстие. Можно немножко приподнять двигатель. Вот наша деталька установилась. И дальше мы должны поставить деталь номер 16 на завершение оси. Это доска номер 2. Деталька номер 16. Зачищаем. И смазываем. И устанавливаем ее на место. Можно придерживать шип с обратной стороны.
Обратите внимание, детальки должны наполовину заходить в отверстие. И все должно плавно вращаться. Вручную можно разработать. И фиксируем зубочистками с обратной стороны эту деталь. Можно сразу обрезать самый кончик, чтобы не мешал. Так как здесь такой момент есть, нужно внимательно следить, чтобы вот эта зубочистка, которая закрепляет деталь, не мешала работе шестеренки. То есть мы должны ее или подвинуть, или обрезать. Она не мешает, и мы подрезаем с обратной стороны. Дальше мы устанавливаем главную шестеренку, это шестеренка номер 48, и шип, деталь, которая накрепится, номер 49. Шестеренка находится на третьей доске. 49-я деталь находится на доске номер 2 в блоке, который мы уже достали. Вот она. Для того, чтобы шестеренка хорошо вращалась, тоже рекомендую зачистить эту деталь. Шестеренку. Дальше мы смазываем и дно, и шестеренку. По плоскости, которая будет соприкасаться с дном, и на зубцах. И фиксируем шипом. Шип можно смазать немножко. Шестереночка должна свободно вращаться.